Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня мы с вами будем готовить романтический ужин для наших прекрасных мужчин. Мужей, парней, неважно. Главное, чтобы они были рады и мы счастливы. Ну что, сейчас я отправлюсь в магазин, сделаю закупку. Кстати, пишите свои комментарии по поводу закупки. Нужно делать закупку в магазине, когда я снимаю такие романтические ужины, да или нет? Я тут оставлю подсказку, голосовалку. Проголосуйте, пожалуйста, потому что кому-то нравится, кому-то нет. В общем, давайте, если большинство за, буду снимать, если большинство против, то я не буду снимать. Я имею в виду в магазине эту закупку. Голосуем, не стесняемся. Ну а я отправилась в Магнит, поеду в семейный. Сегодня решила туда. Сделаем с вами закупку сегодняшних продуктов. Экономить, кстати, не будем. Не-не, сегодня без экономии. Ну что ж, начинаем наши покупочки. Начнем с шоколада. Мне нужна либо какао, либо шоколад. Пока возьму шоколадку. Тут у нас 40 рублей молочную. Или миндаль изюм. Или просто молочную. Давайте-ка возьмем миндаль изюм. Первая покупка сделана. Подошла я в отдел с макарошками. Мне нужны, знаете что, вообще ракушки. Но они тут стоят. Я, конечно, прифигела немного. Я вам сейчас покажу. 400 рублей. Куда нафиг за какие-то макарошки? Сейчас, где они тут у меня были? А, нет, не 400, 300. Вот, 300 рублей. Дороже мяса. Так, ну, беру я вот такие тогда фетучини гнезда. Вот такие попробуем. Они стоят 80 рублей. Сейчас, может, похожу еще что-нибудь тут посмотрю. Ну, пока такие возьму. В принципе, пойдут. Все равно мне нужно с фаршем их делать. Вот, я нашла Макфу. Они стоят 93 рубля. Вот они мне больше нравятся. Вот возьму-ка я Макфу. Исключительно нам такие нужны все. Это я пойду на место отнесу. Ананасы, фруктовое облако, ананас кольцами 89,90. Моя цена. Вот такие ананасики возьму. Нам нужен фарш еще и филе куриное одно. Так, вот филе есть у них 219 сегодня. Вот она. Фарш сейчас найдем. Фарш по 200 куриный. Взяла я фаршика, на 46 рублей вышел, или это филе куриное? Да, филе куриное, одно вышло на 46 рублей, вот оно. Так. А, фарш у меня вышел на 53,97. Салат мне нужен, я возьму вот такое белое дача ассорти. Ну, тут салат, айсберг и морковка. В принципе, пойдет мне такое, 99 рублей он стоит. Другого я тут просто не нахожу и не вижу. Помидорки по 116, один мне нужен помидорчик. Да, помидоры, конечно, тут как картоха, обнять и плакать. Они что? Яблочки. Вот такой возьму прекрасный. На 24 рубля. Еще мне нужен апельсин, он стоит 73,50. Один. Это нам нужен на салат. Да-да, не удивляйтесь. Так, вот такой возьмем. Прекрасный. И еще бананы 57,40. Они тут очень дешевые. Поэтому я возьму еще бананчик один. Тоже на десерт. Банан у нас на 12,86 вышел. Апельсинчик на 15,14 вышел. Лук, кстати, тут дешевый тоже. Хороший лучок на 3 рубля, 31,90 килограмм стоит. Сыр еще нам нужен, осталось нам творог, сметану и сыр взять, и все, ребята, и можно отправиться домой. Так, сырок, что-то тут все куски какие-то здоровые. Такой кусочек сыра за 112 рублей, мраморный, называется, как-то его уже покупала, нормальный, а килограмм 500 рублей. Творог нужен, возьмем какой-нибудь. Вот там молоко 46 рублей, потому что тут белгородского нет у них. Упаковочку творога. Сметану я возьму вот такую буренушку 15% за 65 рублей. Ну и конечно же, гвоздь программы — это майонез. Без него никуда, все тот же самый, 18,90, провансаль, слобода, любовь моя. Ну все, мои хорошие, корзина моя закуплена, теперь еду на кассу, будем с вами рассчитываться и быстрее гнать домой. Готовить романтический ужин уже. Ну все.
мои товарищи, я уже дома вернулась, сделала закупку. На 743 рубля вышел мой чек, не бюджетненько, ну и нормально. Мы ж не экономили. Чем мы будем-то на мужиках на своих экономить? Конечно же не будем. Готовить сегодня будем первое, второе и десерт. На десерт сделаем с вами с творожком, со сметанкой. На первое сделаем эти макарошки, фетучини, да, они, по-моему, называются, с фаршиком. Сейчас в духовочке их запечем хорошенько и сделаем еще очень оригинальный салатик. Надеюсь, все сегодня нашим мужчинам понравится. Ну, а вот они, собственно, все наши сегодняшние продукты. Начнем готовить с фетучини, с гнезда. Фетучини с гнезда это у нас. Начнем с них сегодня. Так, начнем с фарша. Нам нужно его обжарить. Я взяла куриный, можно брать любой. Так, фарш свежий, конечно, лучше сделать самим. Это будет вообще прекрасно. Но фарш выкладываем на сковородку. Немного на сковороду наливаем масло. Все, пока у нас тут фарш подходит, обжаривается. Пока фарш у нас обжаривается, я сейчас почищу быстренько лучок. Лук молоденький стали продавать по 31 рублю. Лук нам нужно нарезать мелким кубиком. Ну, как обычно, стружкой режем лучок. Теперь помидор в тарелку. Заливаем его кипятком. Нам нужно с него снять кожицу. Так, на минутку буквально, чтобы кожица слезла, треснула. Добавляем лук к фаршу. Еще немного масла добавлю. Чуть-чуть совсем. И все это обжариваем. Так, помидорчик наш провел минутку. Теперь сливаем водичку с него. Ну, что-то он как был такой, как и остался. Я говорю, где помидоры? Ну, вы понимаете сорт этих помидор, да? Сорт этого помидора называется яблоко. Слава богу, сейчас уже хорошие продают на рынке помидорчики. Но я на рынок за этим помидором, соответственно, не поеду. Ну, ладно, что теперь, что было, то было. Но кожура снимается хорошо, тут все нормально. Нам все равно его добавлять сейчас в соус. Можно использовать томатную пасту, но с помидорчиком будет повкуснее. Тем более, если сейчас лето, помидоры пойдут, то вообще будет вкуснота. Теперь помидор нарезаем мелким кубиком. Фарш я добавлю вот такую приправу, смесь перцев. Можно любую, конечно, по желанию. И немного соли, щепотку. Посолить все это нужно. Помидоры в стакане. Теперь возьмем сметану. Эта сметана хорошая, это не заменители. Добавляю где-то пару столовых ложек, но я сейчас так на глазок. Это будет у нас с вами заливка. Сразу сделаем ее. Где-то 3 столовые ложки я добавила, тут вообще 500 грамм идет. Теперь сюда водички или бульон, ну, по желанию, в принципе, без разницы. Так. Все это перемешаем. Добавлю приправу, опять эту же смесь перцев. Немного соли. И опять все это перемешиваем. Вот такая у нас заливка получается. Теперь берем форму, которую будем запекать. Берем гнезда. Не, ну вы видели, какие макароны дорогие стали, да? Я офигела, если честно. Макароны дороже мяса стали. Я офигела. Ну, вот такие тут гнезда. Неплохо, хорошо. Выкладываю их в форму. Я вот так по 2 штучки буду класть, мне сюда больше не поместится. В принципе, буду все сейчас использовать. Их заранее не нужно отваривать, они у нас сейчас вот в этой заливке, в духовке и приготовится. Иначе это будет квашня, непонятно что. Ну так, я 6 штук выложила. Теперь берем фарш и выкладываем в середину гнезда. Теперь берем заливку нашу. И сверху заливаем гнезда. Теперь духовку я предварительно разогрела. Отправляю туда гнезда где-то минут на 30.
Будем смотреть по готовности макарон. Гнезда у нас уже почти приготовились. Теперь нужно сюда засунуть руку и посыпать все это сыром для корочки. Румяной и хорошей. Фетучини у нас готовы. Эх, как скворчит. Сок весь впитался. Заливка вся впиталась. Макароны сварились. Сейчас будем дегустировать. Так, для десерта потребуется творог, сметана, банан, шоколадка. И я еще решила взять эти же ананасы, которые мне пойдут в салат, потому что, ну, тут целая банка, тут много, банка-то здоровая. Значит, первым делом нам потребуется либо какао. Я решила использовать шоколад. Попробую с шоколадом. С какао делала, было классно. Теперь с шоколадом. Значит, шоколадку берем, разламываем ее на кусочки, и нам нужно ее отправить в микроволновку где-то на минутку-полторы, ну, периодически доставая каждые 15 секунд и помешивая, иначе шоколад сварится, растопить его просто-напросто. Шоколад у нас растоплен вот до такого состояния. На минуту ставила и каждые 15 секунд вытаскивала его и помешивала. Теперь берем сметанку нашу оставшуюся. Ну, не всю. Где-то я добавлю, сейчас на глазок вам скажу, ну, где-то грамм 200. Половину сметаны добавила. Все это перемешаем. Это у нас будет такой шоколадный крем. В другую тарелку перекладываем творог. Выкладываем сюда сметану. Все это хорошо перемешиваем в однородную массу. Подготавливаем креманки. Взяла два колечка, я нарезала еще ананаса. Значит, на дно креманки выкладываем наш немного шоколадный крем. Чуть-чуть, совсем капельку, так сказать, для красоты. Выкладываем творожную массу сверху. Можно купить сладкую, кстати, творожную массу. Ну, знаете, которая там Вкуснотеево продается. Теперь выкладываем сюда начинку из банана и ананаса. Опять же, любые фрукты, ягоды по желанию. Сейчас сезон клубники уже скоро начнется. Можно с клубникой вообще будет загляденье. Ну, а зимой, в зимний период, вот ананасы и бананы самое то. И сверху поливаем все это нашей шоколадной смесью. Ну все, чудный десерт у нас с вами готов. Было у меня пару ягодок голубики, и я украсила, ну, а вернее, 10. Украсила немножко, еще листик мяты, и было вообще классно. В общем, вот такая красота у нас получается. Назову-ка я этот десерт «Расти попа вечерком». Все, это теперь в холодильник ставим где-то на часок, чтобы все это у нас застыло и стало холодненько и вкусненько. Так, и теперь у нас с вами финальное блюдо – это салат. Потребуется нам листья салата, либо айсберга, либо пекинская капуста, апельсин, майонез, сыр. Сыр нам нужен, кстати, сейчас еще будет немножко на гнезда сверху шапочки посыпать. Куриное филе и семечки. Семечки эти 20 рублей стоили, стакан очищенный. Сразу покупаем, чтобы не чистить. И ананасы. Так, что нам нужно первым делом? Филе помыть и порезать тонкими полосочками. Теперь разогреваем сковороду и выкладываем туда обжаривать куриное филе буквально больше там 5-7 минут, чтобы оно у нас подрумянилось и не сухое было, и сохранило влагу, сочность свою. Так, для салата все, курица пожарилась, натерла я тут гору сыра, и теперь еще так, ананасы мелким кубиком порезала. Так, теперь берем салат, тарелку, в которую будем выкладывать салат. Салат, много слова салат, да. Так, этот салат мыть не... Опять салат. Так, это ассорти мыть не нужно, потому что оно уже мытое. Тут даже написано, что мыть не надо. Выкладываем. Так, сверху теперь все это майонезиком заправляем. Выкладываем курицу. Опять немного майонеза. Ананасы сверху выкладываем. Делаем сеточку из майонеза.
Сверху посыпаем сыром. У сыра опять делаем сеточку из майонеза. Салат, в принципе, готов. Теперь последний штрих. Берем семечки. Сверху посыпаем семечками весь этот салат и всю эту вкусноту. Так, ну остальное можно будет потом, после романтического ужина, пощелкать. Так, и теперь остался последний штрих, это апельсин. Нам нужно отсюда вырезать саму сердцевину апельсина без всяких шкурок, долек и прожилок. Просто вырезаем, ну, вот такими способами. И на две части его режем. Все, и сверху выкладываем на салат. Ну все, друзья мои, чудный салат у нас с вами готов. Вот такой он красивенький получается. Оранжевое настроение, я бы ему придумала название. Вот такой салатик. Все, у нас с вами все готово. Теперь накрываем на стол, и наш романтический ужин готов. Получился чудный романтический ужин. Так, свечка тут в кадре, ага, мешает мне. Ну-ка, с глаз долой. И бутылку тоже берем, потому что пить мы пока не собираемся. Муж мой на работе, я просто все заранее приготовила, для вас постаралась, для него тоже, для себя. В общем, всех зайцев сразу убила. Это я к чему вино поставила? К тому, что, например, вот напиток. Скажите, а где напиток? Напиток по вашему желанию. Вот у нас винцо сегодня, например. Вот, поэтому, чтобы просто для вида пустые бокалы не стояли, но пока они все равно поставят. Так, ну что ж, давайте попробуем наше главное блюдо. Это сегодняшние гнезда. Тут у нас все уже хорошенечко приготовилось. Так, сейчас мы глянем, что тут хоть за гнездышки. Вот так это все вышло. Ну-ка, сейчас оценим, что тут получилось. Что-то мне не с салата начала, а с гнезд. Видно, мне их сильно хочется поесть. Ну-ка. Так, макароны, соответственно, все сварились, проварились. Я вам сейчас покажу, вот это даже видно, все тут сваренное. Заранее, еще раз повторюсь, не нужно ничего отваривать, а то как в лазанье некоторые листы варят, не надо этого делать. Получается очень вкусно, но мне кажется, что-то я не засолила, сейчас фарш попробую еще. С фаршем вообще классно, но вот немножко все-таки мне нужно было досолить. Саму заливку, она немножко не соленая. Ну, совсем чуть-чуть, не критично, нормально. Это как по моему вкусу. Мне, в принципе, норм, нормально сейчас. Приемся. А так получается очень вкусно. Главное, все это делается быстро. Вы сами видели, 10 минут на все про все, на этот ужин я потратила, ну, где-то полчаса. И то я это не спеша все делала в развалочку. А если еще включить турборежим, так вообще все это муха. И тут особо и готовки там минимум. В общем, гнезда супер-пупер получились. Очень вкусные. Я это сейчас доем, обязательно, конечно же, куда я это дену. Я просто хочу теперь попробовать салат. Так как есть мне и мужу, то я буду есть из общего корыта, ничего страшного. Ну, давайте теперь оценим все это. Салатик получается необычно вкусный, но лучше использовать пекинскую капусту или салат просто айсберг, но без морковки. Вот морковка мне тут, на мой вкус, она вообще тут 100 лет не нужна, и она мне тут все портит. А так очень вкусно. За уши не оттащишь. Салат ела, еле остановилась. До того вкусен. Так, ну теперь десерт попробуем. Что у нас тут получилось? Я уже, конечно, наелась всего. Муж придет, тут уже все съедено, все выпито, и жена пьяная валяется. Скажет, не дождалась. Так, ну а давайте попробуем десерт. Вот тут уже все застыло. Классно. Знаете что, если будете делать сметану с какао, то в творожную массу добавлять нужно пудру. А если с шоколадом, то не нужно. В принципе, не скажу, что сильно сладко, нормально. Это шоколад, он какой-то наполовину горький, наполовину молочный, нормально все. Все отстанет меня, уже надоело. А то у меня безотвязный какой-то, а то я его весь съем. Очень вкусный десерт тоже получается.
Вот такой у меня сегодня был романтический ужин, друзья мои. Я надеюсь, вам все понравилось. Все, как всегда, быстро, просто и легко, и не труднозатратно. Так, на человека где-то в районе 350-370 рублей вот так выходит. В принципе, это нормально, но мы ни на чем и не экономили. Никакие там заменители, ничего такого мы с вами сегодня не покупали. А все было нормально, с нормальными продуктами. И все нашими ручками этими чудными все приготовлено. Все, друзья мои, пишите свои комментарии, голосуйте, нужна закупка или нет. А я буду сегодня с вами прощаться. Увидимся с вами в следующих выпусках. Всем пока-пока, до скорых встреч!